В Люберцах проверили стоимость овощей. Представители народного контроля вместе с депутатами Мособлдумы проверили мониторинг цен на свеклу, капусту, морковь, лук и картофель. Так называемый борщевой набор. Результаты проверки в нашем сюжете. Активисты проекта «Народный контроль» каждый день мониторят цены на сезонные овощи в разных городах Московской области. На этот раз проверку провели в сетевых магазинах и киосках «Люберец». По сравнению с прошлым годом и позапрошлым, очень сильно в этом году поднялись цены на борщевой набор. Это, вот, как я сказал, картофель, свекла, морковь, капуста и лук. Произошел резкий скачок цен на 20-30%. В среднем стоимость картофеля выросла в 1,5 раза, моркови в 2-3 раза. Ситуацию спасают скидочные акции в сетевых магазинах. Мы должны контролировать, чтобы хотя бы минимальный набор, так называемый борщевой набор, выдерживались по цене и были доступны для малообеспеченных слоев населения. В овощном киоске на одной из улиц Люберец цены оказались выше, чем в магазине по соседству. Например, в супермаркете картофель стоит 39,90, а в киоске на 10 рублей дороже. Но самые низкие цены на овощи, по словам координатора народного контроля, на сельскохозяйственных ярмарках. Мы видим, что как бы, ну, там есть конкуренция, ну, вот, серьезная. Там есть напрямую уже с фермерского хозяйства. У фермеров убран налог. Это преференция сделана в Московской области специально как раз для поддержки предпринимателей, поддержки фермера, поддержки сельского хозяйства. В Подмосковье работает почти 1500 ярмарок, но в основном выходные. А продукты нужны каждый день. Обращения жителей были, они регулярные в администрацию, в партию и в Министерство потребительского рынка, потому что жители очень живо реагируют, особенно если есть какое-то повышение. Конечно, будем стараться стабилизировать. Для того, чтобы стабилизировать, надо понимать причины. Принято решение провести рабочее совещание с представителями торговли для обсуждения возможного регулирования цен на сельхозпродукцию, чтобы держать ситуацию под контролем. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.